Индия намерена потратить за ближайшие 7 лет 130 миллиардов долларов на оборону и еще 110 миллиардов на внутреннюю безопасность, сообщает в среду издание Economic Times со ссылкой на представителя Департамента промышленной политики и развития Шубру Сингх. За последующие 7 лет ожидается, что 130 миллиардов долларов будет потрачено на оборону и дополнительно 110 миллиардов долларов на внутреннюю безопасность. Это возможность как для отечественных производителей, так и для иностранных инвесторов, сказала она. По ее словам, за последний год Индия разместила оборонный заказ на сумму 2 триллиона рупий, около 30 миллиардов долларов, в рамках компаний Buy in India и Make in India. Это само по себе предусматривает большую роль иностранных инвесторов и дает большую гибкость индийской промышленности для участия в оборонном заказе, отметила Сингх. В сентябре 2014 года правительство Нарендры Моди представило индийскому бизнес-сообществу амбициозную концепцию Make in India, программу, призванную превратить Индию в одного из лидеров мирового индустриального производства. Благодаря ей Индия планирует привлечь инвестиции в 25 секторов экономики, от туризма до горнодобывающей промышленности, причем в большинстве секторов разрешены стопроцентные прямые иностранные инвестиции. Была повышена и допустимая доля иностранных инвестиций в оборонный сектор, до 49%.